Привет всем гостям ntlbet.ru, я Виталий Супраненко, и сегодня бы хотел поговорить с вами о матче национального чемпионата Беларуси по хоккею между Брестом и Юностью. Ну что можно сказать о Бресте? В этом году команда, наверное, абсолютно худшая во всей лиге, и результаты последних встреч это явно подтверждают. Даже с себе подобными команда пропускает непозволительно много, 5 от Витебска, 3 от Химика СКА, ну а 16 голов от Нёмана это вообще не лезет ни в какие ворота. И вот в этих обстоятельствах играть против Юности, ну я думаю, что это фактически для Бреста приговор. Что касаемо Юности и ее мотивации. На днях главный тренер Михаил Захаров разразился очень интересной речью, в которой признался, что давно мечтает забить 20 голов, кому-нибудь, чтобы показать всем, насколько наш чемпионат слабый и неуверенный. Ну, я думаю, что Брест, как никакая команда, подходит под этот план. Ну, я думаю, что здесь будет довольно веселая результативная игра. И, в общем, удачи всем.